Однажды, в студеную зимнюю пору, я вышел из леса. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост возу. И шествуя важно, в спокойствии чином, лошадку ведет по уздцы мужичок. В больших сапогах, в шубке овчиной, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здравствуй, парнище, ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из леса мой Сима. Отец, слышишь? Рубит, а я отвожу. В лесу раздался топор дровосека. А что, у отца большая семья? Семья-то большая, два человека. Всего мужиков-то, отец мой, да я. А в... так вон оно что. А как звать тебя? Власом. А какой тебе годик? Шестой миновал. Ну, мертвая, крикнула малютка басом. Рванул под уздцы и быстрее зашагал.